тот случай, когда до события считают дни. В эту пятницу до Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи останется ровно год. Тогда и стартует обратный отчет. Об этом в агентстве ТАСС сегодня говорили на пресс-конференции, посвященной фестивалю. Масштаб его впечатляющий. Участники – больше 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран. Помогать в организации будут тысячи волонтеров. Кстати, их регистрация начнется 25 октября. Планируется привлечь более 7 тысяч волонтеров, в числе которых будут и иностранные граждане, в том числе, это особенность, да, волонтерского корпуса. И также у нас будет отдельный корпус серебряных добровольцев, это люди в возрасте от 50 лет и старше. Когда формальный подход какой-то применяется, молодежь закрывается и не разделяет идеи, которые пытаются навязать. Но это не тот случай, потому что это то, что, чего молодежь всего мира хочет, подсознательно или осознанно, она хочет общения. На пресс-конференции организаторы также раскрыли некоторые секреты мероприятия. Так планируется выпустить специальные памятные марки и монетки, посвященные фестивалю. В его рамках ожидается также большая дискуссионная программа по самым разным темам – от культуры до политики и международной безопасности.